Дорогие друзья, я рассказал, зачем нам в приложениях Django следующие вещи. Ajax, GC, jQuery, JSON, Redis. Я рассказал, почему я построил именно в таком порядке, рассказал, как будут вестись уроки. Это сейчас видеосылка. Так как видео я загрузил на другой канал, в описании видео найдете ссылку на это видео. Если вам интересна эта тема, подпишитесь на тот канал, где находится это видео. Спасибо.